Кокшетау ввели в работу ряд новых трансформаторных подстанций, обеспечивающих бытовых потребителей по сети 10,4 кВт. По наблюдениям энергетиков, основное количество аварий приходится именно на эти сети, в связи с чем около 80% работ направлено на их модернизацию. Одним из приобретений стала электролаборатория. Основной ее функцией являются разные модули и измерительные приборы по диагностированию состояния электрооборудования, трансформаторов, выключателей. Кроме того, произведен закуп дополнительных механических установок, таких как яма-бур и буровая установка для рытья траншей в асфальтированных грунтах. В общей сложности затраченная сумма на обновление техники ТО «Кокшетау Энерго» только в текущем году составила более 117 миллионов тенге. В населенных пунктах Акмолинской и Северокостанской областей планируется отремонтировать порядка 700 трансформаторных подстанций на 10,4 кВт, что превысит 52,8 план прошедшего года. На все это компания предусмотрела порядка 500 миллионов тенге. Еще одно новшество – автомобильный гидравлический подъемник, оснащенный гидравлическим телескопическим механизмом, предназначенным для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 28 метров для выполнения производственных работ. Максимальная грузоподъемность составляет 300 кг. Абылай Балтабаев, Алмаз Адвокасов, Кукши Ахпарат.